Японская Маша, кубинская Одетта и казахский Спартак. Интернациональные ноты в эти дни прозвучат в оперном театре. А все потому, что в Саратов уже в четвертый раз приезжают звезды мирового балета. Идеальные ПДД и отточенные пируэты увидят зрители из зала. Но вот заглянуть за сцену смогут благодаря нашей съемочной группе. Журналисты побывали на репетиции артистов и даже взяли мастер-класс у бразильской балерины. Как выделиться из танцевальной массы? Есть ли гендерное неравенство в балете? И в чем секрет специальной диеты ведущих артистов? Узнаете сегодня в программе «Прямая речь» сразу после вечернего выпуска новостей в 2020. Гостями студии станут прима-балерина и премьер национальной балетной компании Рафаэля Паганини, Ариана Лафита Гонзалес и Витория Галоро.